Здравствуйте. Сегодня 6 августа 2015 года. На заливе нахожусь. Залив очень спокойный. И хочу вам еще рассказать маленькую историю. Как одна вышла дама замуж в 45 лет. Муж у нее был на 25 лет старше, значит, ему 70 лет, уехала в Америку. Но через 10 лет их брак расстался. И вот она теперь говорит: хочу какого мужа, и не плешивого, и не слюнявого, и не шепелявого, и не моргающего, и, ну, я не знаю, просто полный идеал, чтобы волос было много на голове, плешины никакой. Вот такого она себе жениха ищет. Меня это очень заинтересовало, что она хочет жениха со всеми качествами. Но ничего не выйдет. 80 лет. Мужчины, конечно, сильные изменения к 70. Они совсем становятся другими. Так что у них уходит, как говорится, желание к женщине. Поэтому у них очень много изменений происходит. Вот. Так что вот такие вот интересные дела. Так что ищем мужчину не шепелявого, не лысого, не слюнявого, не хромого, не косого. Ну, я не знаю, сколько можно говорить качеств, чтобы такого надо найти мужчину, такой данный. Всего хорошего, до свидания, жду вас на своем канале.